Напольный. Такой вот. Чтобы разобрать его, надо открутить сзади все винтики. Вот такие вот. Самое сложное, тут передняя панель. Вот такая. Она вот так вот закручена. И снизу болтик один. И сзади два болтика. Их открутили. И потом вот эту крышку вот саму тянем наверх. Тут вот такие вот пазики есть. Они в дырочки входят. Вот в эти. Вот в эти сняли. И дальше откручивается все. Несколько у этих шурупиков. И поснимали все. Помыли. Это у нас после эксплуатации одного лета. Пыль. Шуба. Вот так вот она все. Вот так вот шуба пыли. Это все надо будет пропылесосить, промыть. И законсервировать на зиму. Помыли все. И собрали в том же порядке.